11 февраля добрались до комнаты Милены. Будем сегодня здесь снимать ламинат и менять, ну, вот такой вот на другой. Вот так сейчас выглядит комната. Кошка тут наша рыжеглазая тоже участвует. Убираем мебель. Убрали стол, отодвинули пока шкафчик вот на это место, освободили тахту. Сейчас ее будем отсюда убирать в большую комнату. Продолжаем. Решили диван не выносить, ибо у него высота от этой спинки в положении на ребре вот сюда не проходит. Раскурочивать, снимать спинки что-то как-то не климатит. В итоге убрали вот эту мебель, белую тумбу убрали. Остался только у нас шкафчик, но мы его будем, наверное, двигать. Вот. Ламинат у нас тут лежит вдоль комнаты, а мы решили его продолжить ложить так же, как в большой комнате, то есть получается поперек. Вот, и нам надо снять весь ламинат, чтобы продолжить, уже начать ложить новый. Ну вот сейчас буду снимать плинтуса, начну сковыривать с этой стороны ламинат, потому что мы его ложили вот туда, в том направлении, то есть там конец, оттуда будет легче снимать. Вот, потом надо будет диван, соответственно, туда перебазировать и продолжить снимать остальную комнату. Поехали! Подготовили поверхность, сняли старую обложку, весь ламинат убрали. Вот так вот диван поставили на попа. Сейчас его развернем вдоль окна, вот здесь поставим. И как-нибудь еще этот шкафчик тоже, чтобы нам освободить вот эту часть комнаты. И вот от двери начать ложить сюда ламинат. Потом туда, куда положим, перенесем диван и продолжим дальше до окна. Какой-то вот разгром, разброд и шатание. Положили первую полоску новой подложки. Пристреляли тут ее так же, как старая была, вот таким скобострелом. И вот быстренько так щелк-щелк, и все на месте. Так, сейчас будем вот здесь ложить подложечку. Так, ну вот если помучиться, то даже чего-то не получается. Первый положили. Сейчас от него пойдем плясать. Здесь порожком зазор закроется. Так, сейчас у нас укладка ламината в такой стадии. Отсюда шкафчик мы уже передвинули. Вот на эту территорию, которая уже уложена. Раз, два, три, четыре, пять. Пять листов лежит. Шестой готовится. Вот сейчас положили новый лист подложки. Будем на него укладывать. Сейчас, наверное, вот на этот лист можно будет шкафчик уже поставить туда, на свое место, и там его так и оставить. И продолжать уже вот эту территорию. Потом надо будет как-то его величество диван оттуда позвать на новую территорию. И там уже заканчивать за ним. Так, шкафчик на своем месте. Пока на картонке. Потом ликвидируем.
здесь свободно. Положил еще две полосы. Ну, примерно чуть больше половины площади комнаты положено. Вот сейчас, наверное, еще парочку положим. И будем уже, наверное, диванчик кантовать сюда, на эту сторону. Время 7 вечера. Успели сделать уже вот столечко. Тахту поставили наискосок. Доложили вот тут два ряда. Сейчас тахту будем ставить на место. Ну и останется еще, наверное, рядочка 4,5, где-то так положить. Еще должны сегодня закончить. То ребенку надо спать. Без 15:09 вечера закончили укладывать ламинат. Такая вот, так вот у нас получилось. Красота. Осталось двери повесить, поставить комод на место, стол поставить. И можно отдыхать. Поставили дверь на место. Осталось наличники сделать. Ну вот плинтуса завтра или послезавтра. Лёва как раз выходной будет. Сделает плинтуса. Вот. Я сейчас убираю тут в тахту вещи. И можно заселять ребенка. Ну вот, поставили все. Стол поставили. Комод с зеркалом поставили. И вот тут заправила кровать. Ой, почти что готовая комната. Тринадцатое февраля. Продолжаю заканчивать Миленину комнату. Вот так отодвинул мебель. Сейчас буду сюда ложить плинтус по этой стороне. Потом мебель на место. Пойду туда под батарею. Вот уже накинул наличники. Сейчас буду двигать здесь. Продвигать буду эти плинтуса. Начало положено. Выглядит вот так. Стенка и маленький уголочек. Сейчас буду двигать вот этот шкафчик на место и продолжать дальше под батареей. Очередной этап. Положил плинтус под батареей. Пришлось изрядно помучиться. Под батареей очень плохо видно отверстие, куда его прикручивать. Ну, в итоге все хорошо. Антенный кабель пока замуровал в этом, в плинтусе, без установки вот здесь розетки, потому как кабельное телевидение вещает настолько мерзко, что, ну, пусть он там остается, вдруг, если понадобится, всегда можно кабель оттуда выудить и прицепить к розетке. Вот он здесь вот так вот будет выходить дальше в плинтус, в другой. Ну и там на свое место. Так, сейчас надо как-то мебель двигать с той стороны, чтобы туда добраться с установкой плинтуса. Отодвинул комод вот сюда вместе с ящиками.
Сейчас отодвигаю диван. Я вместе с кошкой ложу там ту часть плинтуса. Кошка участвует посильно, по мере возможности, в этих хлопотах. Ну, диван уже, слава богу, на своей стороне. Тут плинтус положен, там за диваном положен. Вот он сюда выходит. Ну, остался вот этот кусочек. Ну, тут помудрить придется. Запихнуть надо провод в него. Вернее, чтобы он выходил из него. Ну, немножко осталось. Скоро буду заканчивать с плинтусом. И надо порожек сюда воткнуть. Порожек будет финалом. Ну все. Эпопея с плинтусами закончена. Можно двигать на место всякую мебель. И потом порожек на место пристроить. Ну и вишенка на торте. Это порожек. Так, дверь прикрываем. Он вот здесь. Не под дверью, а снаружи. Так же, как вот с этой стороны. И, по всей видимости, так же, как будет здесь вот бабуля Галя. Ну, финиш. Так, ребята, закончили. Вот стоит распиленное дно, на котором раньше стояла эта духовка. А теперь вот духовка опустилась еще чуть ниже. И наш ящичек наконец функционирует. Вот. Здесь заглушечка поставлена. Держится там плотненько, несмотря на то, что это, ну, оно съемное. Но не болтается, не трепыхается, все как бы на месте. Ну, мне кажется, вполне себе это так гармонично смотрится. Не выглядит чужеродным элементом. Приехала новая столешница нашего нового цвета. Такая вот под мрамор. Сейчас буду от старой столешницы откручивать ножки и перекручивать на новую. Ну, наконец-то столик проектный занял свое место. И дизайн кухни стал завершенным. Вот эти вот наши недоработки. Теперь с ними покончено. И столик симпатичный в цвет наших всех остальных деталей. 23 февраля. Вот так вот выглядит сейчас наша прихожая. Роутер пока вот повесили вот так. Привыкаем, понравится он нам или нет, что он тут так висит. Если понравится, то закрепим. Со стороны комнаты. Наш гардероб. Наша там сидит. Вот так вот сейчас выглядит наша кухня. Сделали обеденный стол. Ну,
принципе, очень довольна, как у нас получилось. Поместилась и стиралка, и посудомоечная машина поместилась, и духовка, вытяжка, которая мне очень нравится. Ну вот, может быть, поменяем еще холодильник. Потому что он такой, ну, старенький, но рабочий.